Всем моим зрителям огромный-огромный привет. Ходила сегодня по магазинам, купила вот такую приправу кани. Вот такая вот приправа. Очень вкусная, уже берем ее не первый раз. Купила приправу для корейской моркови, вот такую с интенсивным вкусом. Вот как правильно она называется, не прочитаю, но покажу поближе название. Кстати, очень вкусная приправка. Она идет с интенсивным вкусом. Также купила еще приправу 7 блюд. Это приправа к моркови по-корейски. Ну, здесь такая простая, не написано, чтобы была острая. Наверное, обыкновенного такого, не острого вкуса. Также купила еще майоран, батон заславский уже нарезанный. Соус минский. В этот раз взяла двух видов, нежный и острый. Очень вкусный соус, берем не первый раз. Очень вкусный соус. Также еще взяла оливки зеленые с креветкой, очень вкусные. Лимон. Купила магги на второе. Вот такое. Для хрустящих наггетсов соусом тартар. Горчица французская. Купила кукурузу сладкую в зернах. Горошек зеленый. Колбаску. По-моему, Александровская называется. Да, по-моему, Александровская. Очень вкусная колбаска. Сосиски. Майонез столичный Камака провансаль. Вот такой вкусный очень майонез. Купила вот такое большое ведерочко. Крабовые палочки. Капуста морская по-корейски с морковью. Очень вкусная капуста. Покупаю уже тоже не первый раз. Очень нравится. А молоко 2,5% жирности. Кефир 3,2%. Процента жирности, сметанку вот такую 20% жирности и куриное филе. Вот такие были у меня сегодня покупки. Купила я крем Зорька, вот такой красивый тюбик, корова нарисована. Купила я этот крем, наслушавшись очень много хвалебных отзывов на ютубе об этом креме. Говорят, что кожа после него мягкая, нежная, бархатная, шелковистая, хорошо увлажненная. И решила я прикупить себе такой крем. Но этот крем вообще, он предназначается для коровы. Вот. И тут и нарисована вот корова. Вот. Говорят, что крем очень хороший. Вот решила я тоже попробовать. Если кому-то интересно будет, что у меня получилось после использования этого крема, какой был результат, пишите свои вопросы под видео, я постараюсь ответить всем. И кто, если пользовался таким кремом, то, пожалуйста, напишите, какой был у вас результат.